Пишите вообще, как вам нравится, нет. Как вам такая идея дома, чтобы у вас было вот такое вот кресло? Ну что, народ, посмотрим, что там Эдвин делает. Как поживает его геймерская хата. Привет. Че мутишь, братан? Да вот спинку установил для кресла. Всем здорово, с вами Эдвин, и вы на канале Мысли о Геймице. В этом видео я вам покажу офигенное кресло. Как видите, здесь очень много диванов. Вот за это точно можно поставить лайк. А вот такие диваны находятся в кинотеатре. Так что теперь они у меня дома. А для чего это? Для того, чтобы я мог нормально играть на PS-ке и при этом круто смотреть киношки. И мог ставить всякие напитки, заряжать свой телефон и отдыхать. Да. Также у меня есть второе кресло. Сейчас я их всех установлю вот сюда вот. Они будут стоять здесь. А вот это кресло мне уже не нужно. Я, может быть, папа возьмет. Ты же будешь его брать, правильно? Наверное. Не, если хочешь, бери. Мне оно уже не нужно. В общем, это кресло уберем, и остается еще геймерское кресло. Вы можете смотреть, как мы будем все это дело устанавливать. Погнали. Ну, мы смотрим? Да. Не, ну мы смотрим. А! Мы смотрим, устанавливай. Все, понял. Я думаю, на перемоточке. Так, они тяжелые сейчас. Постараюсь. Вот. Ты сильно не задвигай там, потому что провода сначала установим. Давай. Вот сейчас второе тоже нужно будет поставить. Забрать. Да. Так, ладно, у нас, я знаю, тут это делать. Аккуратненько, только не помни, наоборот, да. Теперь знаешь, что я помню, что я подержу? Давай, подержу. Там они закидываются? Да, вижу. Вот на этой штуке. Осилишь? Да, да. Да? О, молодец. И защелкиваем. Просто здесь защелкиваются. Да. И здесь вот есть еще какие-то провода. Вот это они. Питание, походу, какое-то. Да. Питание. Подключай. Сейчас будем соединять два кресла. У них идет один подлокотник. Он общий. Он идет немножко пошире, чем вот эти вот слева и справа. Также тут есть очень удобный крепеж. Соединяется очень просто. И также идет в комплекте два питания. К каждому креслу. Одно здесь питание и здесь. Сейчас как раз таки я и подключу. Включается все это сзади. Так, разъем и вот так вот. И закрываем крышкой. Потом у меня здесь есть розетка. Подключаем к розетке. Все, подключили. Сейчас давайте подключим еще второе. И будет все нормально. Сделали, закрываем крышкой. Все. Теперь давайте задвинем диваны. Давай, наверное, сначала закинем диван, да, а потом уже будем задвигать. Все, я установила кресло. Выглядит это просто офигенно. Обязательно ставьте за это лайк и пишите в комментариях, нравится ли вам такое кресло. Теперь можно задвинуть это кресло немножко к стене и потом обязательно его протестировать. Так, ну... Еще давай. Так, что, все? И там с той стороны еще. Ага, вот все. Все. А возле стены что, нормально? Ну, возле стены, да. Можешь оттуда чуть-чуть сюда еще задвинуть. Все. Ага, все. Ну, ребят, изначально могу сказать, вылетит все это просто офигенно. Ну, а теперь давайте уберем вот это вот кресло сюда. Пробуем посидеть. Ой, сразу скажу, что оно очень мягкое. Просто когда сидишь, твое тело расслабляется, вот реально. И также руки не висят где-то, а лежат. И я могу сказать сразу, что мне очень удобно. Он может раздвигаться. Вот смотрите, здесь есть подголовник. Он тоже регулируется. Сразу оп, и выбираешь, как тебе удобно. Вот, допустим, я сейчас лежу или хочу... сидеть ровно. Она, короче, двигается вперед и назад. Ну, можно сделать просто вот до конца назад и лежать. Шея от этого не устает. Также здесь есть просто офигенная тема, это подстаканники. Сюда можно положить стакан
И когда захочешь, просто можешь пить. Это вот я реально скажу. Я все время перед киношкой беру себе чай или воду. Знаешь, и проливаю на диван, да? Ну, нет. Теперь этого не будет, да? Очень удобная штука, при том, что здесь, смотрите, тут три подстаканника и при этом металл. Все очень круто, и при этом они большие. А рассчитаны на то, что как в кинотеатрах большие же есть, этот Pepsi, да, такие да. Всякие стаканы здоровенные, влезет. Также здесь есть такой разъем для USB. Короче, можно подключать сюда телефон и заряжать все это дело. И здесь тоже есть вот. Ну и здесь тоже есть. Ну а самая крутая фишка, это для ног. Смотрите, здесь можно поднять... Короче, просто лечь, я так вам сразу скажу. Это вот самая четкая вещь. Так ты весь ложишься? Ты ляг, ляг. Конечно, ляг. Тут не только в смысле ноги поднимаешь. Ты полностью лег. Еще до конца ты сделал? Все, да, до конца. Надо будет диван чуть-чуть вперед сделать. И теперь можешь подголовник еще поднять. Понял, в чем фишка? Смотреть вот так, что можно было, да? Да, чтобы не обламываться. О, вообще четко. Еще такое, берешь воду, пьешь. Ну? И телефон можно зарядить. Вообще супер. При том, что я не буду сидеть один, я буду сидеть с кем-то. С папой, с мамой или с сестренкой. Здесь взял, например, там, джойстик вот. Ну, сейчас возьмем джойстик. И можно, например, да, садиться спокойно, играть, положить джойстик, взять тот же телефон, например, там, да? И зарядить его. Поставить его здесь на зарядку, вот спокойно он лежит, сбоку заряжается. Это очень важные моменты. Некоторые скажут, ну нафиг вам это вообще надо? Блин, ребята, вот вы не понимаете, насколько это удобная штука. Потому что, когда садишься на какой-нибудь обычный, любой стул, неважно, он дорогой, дешевый, на стул, всегда думаешь, ну, нужно телефон куда-то рядышком, потому что кто-то может позвонить. Потом куда-то, например, нужно джойстик положить, когда кто-то позвонил, да? Да. Также у тебя там стакан водички попить, и тоже не знаешь, куда его девать. Находишь какую-то табуретку, ложь это все дело вот сюда, куда-нибудь там подоконник, или какой-то... столик нужен. А здесь все в одном. При этом, когда устал, все это находится рядышком. Ты можешь еще и лечь. Попробуй на том диване сейчас потести. И очень важно, когда вы играете. Вот подожди, не раскладывай. А вот попробуй сейчас играть. Как ты вот сядешь и будешь играть, да? Ты вот, например, так, да? А у меня охота руки положить куда-то сбоку. Вот. Да. Мне не очень так удобно. Неудобно? Ну, у тебя еще по телосложению неудобно, но мне хочется, чтобы руки где-то не висели вот так вот, а где-то лежали. И сразу скажу, вот эта вот штука тоже удобная, что ноги не висят. Да. Но я вообще, знаешь, как сижу? Люблю, когда у меня... Да, ну вот я так. Тоже так, и на один бок, например, да? Вот так туда вот. Играть, вот тоже прикольно. Вот, спокойненько так на один бок. Вообще, я вот так вот играю. Вот, да? И здесь спокойно можно развалиться, как на диване, да, и при этом это вроде как кресло, да? И не напрягает. Ну чего, я сейчас посмотрю сюда, чтобы не... Да, надо диван чуть-чуть вперед выдвинуть все-таки. Давай, подтяни да, диван давай. Маленечко. Кстати, и видите, он быстро складывается, смотрите. И все. Да, быстренько, если надо, уйти куда-то, да? Да. Срочно. Так ты не убирай, ложись сюда. Срочно. Вот, место, да. А то привычка у нас уже куда-то... Не, давай вот так вот просто чуть-чуть его. Не-не-не, много не надо, Эден. Вот, все. Там нормально уже будет. Ну, надо высчитать. Примерно, да. И знаешь, что я сейчас сразу скажу? Почему-то, если здесь уже два места, я такой рассчитывал, что мы будем уже в зомби вдвоем играть. Хотя мне не очень нравятся зомби, но вдвоем очень классно проводить время. Ну тут по-любому можно очень круто. Смотрите, у нас телек идет на 65 дюймов. Офигенно. Здесь мы вдвоем завалились, взяли что-нибудь попить. Да. Кофеечка там налили. А кофеечек, я чай или что-нибудь. Да. Батя и сынок, да? Просто смотрится. Еще такой, знаете, вот сероватый цвет.
выбирали так, чтобы чуть-чуть его это подходило как бы в пол цвет и при этом светло, да, и такое среднее. Да. Серый цвет. Кожа. Вот это кожаная. Просто офигенно такое кожаное. А вот это, если не ошибаюсь, велюр. И при этом, смотрите, делаете, в две стороны цвет меняется. Не знаю, что я еще хотела бы сказать. Прикол в том, что я люблю, когда здесь вот так, или здесь вообще кожа под шеей. Потому что кожа немножко становится холодной, и шея как-то, я не знаю. А, охлаждение, да? Да, что-то типа того. Встроенное охлаждение. Ну да, кстати, прикольно. А вот теперь попробую еще разложить. Кресло. Сейчас посмотрю. И еще чуть-чуть нужно будет двинуть. Так. Ну-ка, сиди пока. Вместе с Эдвином двину. Вот так. Да, нормально. Вот так, чтобы вот эта штука не касалась, да? Да. Вот. И еще я скажу. Здесь. Нет, вот ты приподними голову. Если вот хочешь что-то сказать, вот так, приподнимаешь голову и говоришь, и я хочу сказать. И я хочу сказать, что здесь можно просто офигенно поспать. Вот просто. Ну да, если очень сильно захотеть, да. После вот телека вот глаза устают, охота вот просто закрыть и поспать. Ну и бывает еще такая штука, приезжают гости, много народу, все места заняты, ты уступаешь свою кровать какому-нибудь ребенку там, нашей родне. Да. И можно, например, если уж прям очень много гостей будет, какой-то праздник, свадьба Эдвина там, я наверное, можно завалиться вот здесь полноценных, в принципе, да, одеялком прикрылся здесь чуть-чуть, да, можно и без одеяла. И подушки не нужны. Чаек поставил, кофеек, блин, что пацану еще надо? Пульт от PlayStation, вот такое кресло. Телевизор, блин, своя комната. Все, и больше ничего не надо. Вот. И вот реально все, я здесь могу жить просто. Ну, все, здесь можно жить. Там поспал, чай попил, пошел, поиграл, телек посмотрел. Тубзик тут у нас рядышком, недалеко. Да. Если кому интересно, даже могу показать. Тубзик у нас вот здесь. Не жалко. Вот он, туалет Эдвина. Кабинет мой второй. Да. Царский туалет, и там находится комната. Вот сейчас я выключу свет. Будет это выглядеть примерно вот таким вот образом. Знаешь, еще такой цвет приятный, вот в подсветке. В глаза не светит мощно, а просто вот глаза расслабляются. А то такой цвет. Да. Расслабончики. Вот теперь киношный вариант, да? Да. Вот переключи еще подсветочку. Какой им цвет? Вот, я лежу и переключил подсветку. Это вообще супер. Ну, сейчас он это поменяет сам цвет. Такой? Да любой какой-то другой, что был, да. Ну ладно, вот такой пусть будет. Тоже прикольно. Как в кинотеатре, да? Ну, кайфово. Еще знаешь, сюда вот такие огромные колонки поставить и будет бить такие шум воды и всякое есть же. Ну да. Кинотеатр же не слышно этого, потому что помещение огромное. А тут прям будешь все слышать. Есть у нас такие тоненькие, да? Черные. У нас скоро еще здесь приедет специально акустика, да, мы уже заказали все это дело в дороге. Поставим эту шумку, и здесь просто будет четкий, чистый звук. Ну все, вот как-то так вот, ребята. Да. Пишите вообще, как вам нравится, нет. Как вам такая идея дома, чтобы у вас было вот такое вот кресло? Да. Я думаю, что классно. Вот штукенция. Некоторые напишут, типа, зачем вам это кресло? Нафиг надо, возьми стульчик, поиграй. Но, ребят, я чувствую, что вот кто-то пишет это, но сам хочет это кресло. Да, конечно, ну как? Если сейчас смотрят нас пацаны, допустим, да, вот, то нормальный пацан не может написать, что это беспонтовая штука. Или это просто не пацан какой-то, я не знаю. Вот я в детстве был малым тоже, и могу, так сказать, за пацана это сказать, что ну кому может не нравиться, какому нормальному пацану не может нравиться играть в какую-нибудь приставку, при этом валяться на каком-нибудь диване охеренном, который приспособлен прям под вас. Да. Все удобненько, все ништяк. Как это может не нравиться?
И неважно там, Эдвин там мажорит, не мажорит, как это называется, откуда он взял бабло там, все это неважно. На данный момент поставьте лайк только за то, если ты нормальный пацан, и ты бы хотел тоже валяться вот так вот перед телеком. Да. И при этом играть. И что может быть в этой жизни круче, да, Эдвин? Вот что может быть круче этого? Вот сейчас вообще ничего не... PlayStation, телевизор, кепка, валяешься, тубзик рядом, все. Лежишь как хочешь. Да, футболка с цыпленком. Да. Вот, вот видите, чувак пишет, вот. Видите? А видите, здесь 11 написано. А сколько тебе лет? 11. Вот. Кепку видите, Эдвина? Вот у него тоже кепка есть. You only love что-то, он's nice. Что там у тебя написано-то? Еще что-то. Что-то it's today? Цыпленок в шоке, короче, от этого. От моей геймерской комнаты. Да, да, он, видишь, смотрит, он туда. О, лежит, смотрит такой. Ну ни хрена себе подсветочка, братан, у тебя. Ну-ка давай этот встань, пускай он пошокируется. Покажи цыпленку, все тут. Сейчас он увидит просто все здесь вокруг. Это шокированный цыпленок. Да. Все, короче. Вот смотрите. Смотри. Вот он, смотрите, он в шоке. Да. Дай ему телек посмотреть. Есть телек. Офигенный пульс. Да, вот так вот рядышком встань, вот так. Вот, вот, вот смотри. О, все, он в шоке, видишь, он говорит, вот, вот. Сюда, покажи ему еще здесь. О, у меня геймерский комп есть. Видал, крутое геймерское кресло. Вот. Чувак говорит, вот. It's today. Типа, чувак, это что, у тебя каждый день? Конечно. Не, в натуре тут тусишь каждый день. И у тебя каждый день новые приборы, гаджеты и всякие кресла. Вау! Короче, этот цыпленок с тобой, да, теперь? Да. Все, он будет с тобой тусоваться. Обязательно, я тебе буду каждый раз брать. Не знаю, как вы там, да? Вот, ну вот этот чувак, нормальный пацан, видите? Ну. Вот этот цыпленок по-любому поставит лайк, подпишется на канал. Нажмет на этот гребаный колокольчик. И будет красава. Да, так что вот такие вот делища. И знаешь, я сразу скажу, здесь как будто бы... Вот я же помню, что раньше было и сейчас. Раньше такое эхо было. А то, что у нас сейчас появились диваны, телевизоры и вообще очень много техники, что заполняет это помещение, здесь больше нету эхо. Да, даже без вот этих поролонов, акустики, да, вот этого, еще мы даже не устанавливали, вот можете посмотреть. Даже без этого, в принципе, эхо уже пропало, да? Допустим, смотри, А! Да, эхо уже нету. Но это за счет всяких диванов, шторы у нас прикольные. Тут еще дополнительные... А, кстати, мы сюда сделали вот такие дополнительные штуки, они стоят там 100 рублей, в Икее продаются. Вы их вот так вот вешаете... Потом можете открывать, зацепить. Потому что вот эти, они вроде как прикольные, но все равно пропускают какую-то часть света. Да, и это иногда, когда очень солнечно, обламывает. Поэтому мы решили еще тут чуть-чуть закрыть, чтобы не было такого обломчика. И такая же история там. Я сейчас вам покажу. Вот так вот. И там тоже, когда нам нужно, мы просто закрываем вот эти вторые. И получается просто шикардос. Я могу сказать, что у меня просто в комнате все удобно. Вот просто все. Вот это кресло только мы отсюда мы уберем. Посмотрите, у меня все удобно. Микрофон убирается, ставится. Можно на кресле посидеть, покайфовать. Там для каждого джойстик есть подставка. Это мы давай еще какой-нибудь ролик сделаем, когда завершим все процессы. Потом мы вам обязательно снимем прям подробный ролик про комнату Эдвина. Все детали. Потому что еще Эдвин в процессе мы когда делаем, да? Вот сейчас только диван привезли. Он еще как бы его не испробовал, не потестировал. Ну, как бы первое впечатление...
Но действительно можно сказать, нравится тебе это или не нравится, это когда там, не знаю, месяц поваляешься на нем, да? Это даже не день. Стаканчик поставишь, поспать успеешь, поиграть. И поймешь, например, на этом боку удобно сидеть, на том. На этом. Задница затекает тут или нет, потеет она тут или нет из-за вот этого вот кожи. Бывает это, что да. Задница потеет. Бывает, конечно, да. На стримах, да, здесь. Ну, потому что жарко, да, особенно. Ну, в принципе, приятно, да, вот когда садишься на кожу, ощущение такое кайфовое. Даже, знаешь, если я бы немножко поменьше, тут даже два ребенка влезет. Ну да, если в гости пришли, какие-нибудь малые вдвоем залезут, спокойно сядут. Четыре ребенка пришло, и здесь они могут сесть нормально. Да. Ну и нет, ну, например, ты сидишь и в гости пришли там малые, сели с тобой, посмотрели там, как ты играешь. Да. Также будет кайфовать. Короче, удобно. Джойстик, пожалуйста. Любой ваш гаджет положили сюда, пожалуйста, вот заряжайте. При этом тут два. Один на Эдвина телефон, один мой, например, телефон. А напитков вообще три, ё-моё. Да, а тут, наверное, так, как ты сейчас сказал, то, что здесь два малых сидят, каждому по стаканчику, а это твой стакан, да? Это мой стакан. Это твой стакан, а тут два малых будут сидеть, это их стаканы. Да, вообще классно. И все. И места не занимает, кстати, ну, да. Много, да? Небольшой такой, нормально. Да. Но там сзади надо будет тоже подсветочку сделать красивую, а, да, здесь. Продолжить вот эту подсветку вот сюда. И будет очень круто. Блин, у меня сейчас фантазия заработала. Что если сделать, я не знаю, ну не хромакей, а какую здесь такую вот стенку. И типа здесь отдельно комната. И где сверху подсветка. Загородить, да? Все отдельно. Туалет построить, бассейн. Такой не бассейн. Да-да, отдельно закрыть здесь просто. Сделать тебе комнату, да? Ну, есть там у стримера, допустим. Парковку, машину парковать, да, там все, торговый центр открыть. Ты хочешь, короче, в эти пару квадратов затолкать все, да? И просто весь мир сюда уместить. Ну ладно, давай, завались, на этом мы закончим. Да. Пока последний раз покажи, как это работает. Короче, подожди, я вот сейчас здесь нажму тоже. Покажу, как это все дело раскрывается. При этом замечу, ребята, это очень быстро и в автоматическом режиме. Там еще до конца. Еще идет? У меня все. Все, так. И еще вот эти подушечки приподнимаются. Е-бой. Вот это я опущу, а у тебя приподнят. Ну ты ляг, как тебе удобно вообще? Мне вот так вот. Прям, я не знаю, как кинотеатр. Еще заметь, это, смотри, как это сделано. Нет, лежи. Они идут так, с таким скруглением сюда. Заметил? Прям как в кино. Не просто диван ровный идет. Чуть-чуть вот сюда идет. Вот удобно. Удобная движуха. Здесь шире идет, а потом сужается. И чуть-чуть диван вот сюда. Это в кинотеатрах так делают еще. Вот, например, полукругом. Если это, эти диваны можно, кстати, покупать еще вот так дальше, устанавливать. И такой будет полукруг, и все, например, смотрят телевизор. Не просто ровно и типа уходят, а чуть-чуть закругляется. И выглядит очень круто. Вообще супер. Сбоку, кстати, есть еще какие-то карманы. Тут открывается. Что-то можно положить. Ноутбук там, я не знаю. Или журнальчики, телефон туда кинуть. Да, много чего туда можно. Че, круто? И, кстати, полноценная кровать получается. Да. Да? Можно спокойно вот завалиться и здесь поспать. Все. Так что, Эдвин, переезжай сюда, я пошел. Да. Ладно, всем пока. Обязательно подписываемся на мой канал. Обязательно подписываемся на мой инстаграм. И обязательно ставим лайки. И пишем в комментах. Всем удачи, всем пока.